что мы сегодня проводим очередной наш турнир «Гладиаторы в клетке» среди любителей. Традиционный турнир. Вот. В этом году уже четвертый год, как мы проводим этот турнир. Я думаю, что это стабильный результат. Проводим мы практически каждый месяц турниры. Турнир, который проходит непосредственно у нас в зале сегодня и вообще в нашем спортзале спортивного клуба «Воин», он как бы является таким отборочным турниром, стартом для любителей, для новичков, которые хотят первый раз попробовать себя, потому что там, к примеру, на тех же чемпионатах области, чемпионатах Украины, ребят как бы там слепой жребий, они отбираются с сильными ребятами, как бы им тяжеловато новичкам попробовать себя, как бы, а у нас вот новички могут подраться, ну и плюс ребята, которые хотят драться в профессионалах, тоже себя здесь пробуют и начинают свой профессиональный путь уже. 3 марта в ресторане «Харитонов» мы будем проводить профессиональный турнир следующий «Гладиаторы в клетке». Впервые на этом турнире мы разыграем пояс нашей организации. То есть сейчас мы создаем дизайн пояса организации GTC. И в каждом весе мы будем четверки разыгрывать пояс. Всех ждем, приглашаем 3 марта в ресторан «Харитонов» традиционно «Гладиаторы в клетке». Наша команда MMA Center Харьков заявилась на турнир «Гладиаторы в клетке». Артур Малявин так позвонил, предложил обкатать новеньких. Вот, у меня получается, ребята есть новенькие, есть и профессионалы, так сказать, и уже не обыватели, так назовем их. Привезли, к сожалению, в маленьком количестве, да, 4 человека, 2 начинающих и 2 уже состоявшихся спортсмена. Выступили довольно-таки неплохо, еще будут драться. Вот. Хотелось бы, чтобы побольше, почаще мы проводили такие турниры, потому что для молодежи нужно развиваться, и это такой маленький старт в дорогу к профессионалам. Чем больше мы деремся, естественно, тем больше у людей, у ребят опыта. Занимайтесь спортом, приходите в зал, не обязательно заниматься там ММА, просто занимайтесь спортом. Ну а наши двери ММА-центра открыты, поэтому всегда милости просим. На сегодняшнем турнире провел 2 боя, выступлением своим доволен. Хотел бы поблагодарить своих тренеров Катыхина Владимира Николаевича и Шульгу Владислава Юрьевича. На следующей неделе буду выступать по правилам казацкого двобоя, а потом попробую свои силы на чемпионате Украины по ММА в городе Ирпень. Также хотел бы поблагодарить организатора Артура Малявина. Такие турниры нужны, мы на них растем и развиваемся. Сегодня команда нашего клуба также принимает участие в данных соревнованиях. Очень радует то, что молодежь сегодня стремится к таким контактным, серьезным видам спорта. Знаете, потому что это сегодня растит дух у молодежи, растит характер, растит спортивную, здоровую, активную молодежь, которая стремится побеждать. И на самом деле это, наверное, будущее нашей страны. Такие дети, такие ребята. И очень хорошо, что в нашем городе есть такие организаторы, которые собирают большое количество молодых людей именно вокруг вот такого вида, как тренировок, так и соревновательных моментов, да, соревновательных мероприятий, где ребята из разных клубов могут показать свои возможности, показать свои способности, оценить себя со стороны как спортсменов, потому что без соревнований спорт, ну, как бы это ни о чем на самом деле. И очень бы хотелось, чтобы на уровне и городском, и областном, и общегосударственном организации, которые проводят такие мероприятия, всецело поддерживались всеми возможными способами и доступом к спортивной инфраструктуре и финансово для того, чтобы таких мероприятий проходило больше, они проходили на высоком уровне и проходили регулярно.